Давайте расшифруем такой сон, который тоже исполнился. Пишет женщина, хочется рассказать свой сон, но снился он мне в 2015 году и очень скоро сбылся. Снится комната, я вижу свою свекровь, она умерла в 2014 году. Она сидит на табуретке у стола, и справа у нее вход, двери не было, но там темно. На другой стороне стола сижу я на табуретке, и у меня за спиной тоже дверь. Но за мной стоит муж. Напротив меня стоит печь, белая и чистая. Белая занавеска ее прикрывает. В комнате еще стоит кровать, убранная, чистая. А напротив ее стоит еще кровать. На ней моя мама сидит. Она у меня болеет уже 15 лет лежачая. Свекровь просит меня, купите мне палку. Я уже не могу ходить. А я спрашиваю остальных, тех, кто со мной в комнате. А я, кто-нибудь еще ее видит? Свекровь подходит ко мне и утвердительным голосом говорит, «Видишь меня только ты». Потом я встала и пошла, присела на кровать заспанную. Сон был значимый. Я ушла в магазин, а мама свалилась с кровати и переломала ноги. Для меня это была шоковая терапия. Мама и так болеет много лет, а тут еще такое осложнение. Вы не поверите, но врачи с поликлиники не пришли даже, хотя обращалась, спросила. Благо, дело случилось летом, я делала повязку устойчиво, накладывала листья лопуха, каждый день свежий рвала, убрала опухоль и как-то все успокоилось. Благо, что ноги она не чувствует, и боль тоже. Вот смотрите, мертвая свекровь, которая умерла, это говорит о том, что вряд ли женщина уже встанет. Поэтому она болеет уже 15 лет, лежачая. Но свекровь говорит, купите мне палку. То есть это что-то с движением. Вот как можно было понять, какое это движение, палка. Палка то, что может, будем говорить, помогать при движении. Купите. Символ купите, это приходят какие-то события, которые вот-вот должны исполниться. Поэтому, но здесь вот ситуация, женщина может справиться, потому что было, печь стояла, печь это тоже скоро может исполниться, белая и чистая, белая занавесочка, немножко может быть с нервными какими-то вот переживаниями, но тем не менее. Кровати убранные, это встреча может быть еще с чем-то, встреча с этой проблемой. Поэтому здесь как может у лежачей женщины, у которой ноги не работают, потому что ноги она не чувствует, и боль тоже. Как можно было расшифровать, что она уже не может ходить? И купите ей палку. Поэтому вот здесь вот такое событие, это просто надо взять в копилочку и учитывать, что такие события тоже могут произойти, чтобы можно было со временем, если у кого-то случается такая ситуация, подстелить соломку.